А, он минуснул кого-то, вау. А я даже не понял, как. За грома я был. Минуснул. А минуснул другой, как он сделал. Да, неплохо. Да. Блин, а вчера такие залпы были от этого салюта, я офигел сначала. Я в наушниках сидел, только чувствую вибрацию. Позитивные вибрации. Да, очень мощные какие-то они были. Мама. Лёх, видел? Нет, я посмотрел. Фуру стащил. Фуру вниз стащил. А, это ты? Нет, не я. Блин, я хочу подплюнуть под кого-нибудь, я не знаю. Бля, скоро танк отойдут сейчас. Бля, что танк отойдут. Бля, какого? Бля, с моим пингом это просто жесть. Я бью правую лапу, она через 2 секунды только начинает бить. Да, 162. Когда только зашли, такого не было. Рано. А что, их двое осталось? А, нет. Там пинаешь? А, там. Там пинаю. Ща, главное того держать реально, чтобы его не подняли. Да. Блин, а там заспаунится. Есть где? А, есть, да, можно взять штуку заспаунится. Бля, ну я не могу заблевать их, пока они просто бегают. Ну танк бы растащил уже их, я не знаю. Да не, он одного положил, в принципе. Просто я не хочу его заблевывать, когда он один, я хочу, чтобы его поднимать, точно. Пошел поднимать, что ли? Ну, я надеюсь. Да, он поднимает. Леха! Бля, ну я заблевал, но тут не толку. У него аптечка есть. Вообще ни одного бомжа не бежит. Чё толку, что я... О, гром. О, хорош. Эй, чё за лаги, чё за фигня? А, я убил её как-то. Она на крыше осталась, но я её убил, чё за прикол? Она с крыши не слетела, но умерла, Андрей. Он второго вынес. Ты видел, парень двоих уже вынес. Так это я вынес сейчас. А, он еще одного вынес. Третьего. Да. Я сейчас громом убил, просто она с крыши даже не слетела. Короче, вообще жесть их просто. О, все, я последнего унесу. Причем он у меня лежа тащит. Бля. У меня просто какие-то дикие. Давай путь, сука. Бля, чувак, конечно, угарный. Чистый. Ну вот это и это, конечно.